Мы также обращаемся ко всем нашим драгоценным телезрителям, кто будет смотреть нашу программу на CNL, на YouTube. Пусть Бог благословит вас сегодня. И мы продолжаем тему «Союз со Христом», чтобы утверждать каждого Божьего человека в этих драгоценных истинах, основываясь на которых каждый Божий человек может быть благословенным в каждой сфере своей жизни. И все мы скажем на это аминь. Аллилуйя. На прошлом собрании мы начали с вами тему, и мы будем продолжать ее. Это союз со Христом. Давайте скажем союз со Христом. Соединение с Иисусом. Почему это так важно? Скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь, какие-то идеи, почему так важно изучать эту тему? Кто из вас помнит, о чем я говорил? Понятно? Очень понятно. Хорошо. Эта тема важна для того, чтобы у каждого верующего человека было твердое основание для веры. Аминь. Вера. Потому что все благословенные Божьи принципы, они запускаются благодаря вере. Пророк Исаия, 53 глава, говорит, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня. Так вот, мы должны с вами знать. Люди спрашивают, где Божья сила? Где Божье помазание? Где исцеление? Где чудеса? Очень просто, они в вере. И если Бог поместил все это в веру, значит, это там и находится. И в жизни неверующих людей благословение никогда не будет высвобождено. Бог любит нас, Бог простирается к нам, и Он желает сделать в нашей жизни потрясающие вещи. Но если мы просто сидим в воскресенье, и у нас сюда влетает, отсюда вылетает, и до следующего воскресенья мы вообще не помним, о чем шла речь, то тогда дьявол украл у вас. И если дьявол украл у вас слово, то оно не проросло. Слово приносит плод. Предназначение слова – приносить плод. Беру. Скажи, я беру. Скажите со мной, я беру. Благословение. Аллилуйя. Я так чувствую, что мы еще должны помолиться. Возьмите за руки, пожалуйста. Скажи, я не буду спать сегодня. Я возьму все сегодня. Аллилуйя, Господь, слава Тебе. Давайте мы скажем, мы молимся за наши сердца. Мы молимся за наш разум. Чтобы нам разуметь сегодня благословение Господне, которым Он благословляет нас. Скажи аминь на это. Аллилуйя. Подними свое лицо, улыбнись мне, пожалуйста. Я буду видеть, что ты реагируешь, что ты живой. Слава Господу. Знаете, так радостно видеть, что в церкви есть улыбающиеся люди. Люди с улыбающимися лицами. Аллилуйя. Хорошо, я сегодня хочу ввести такой термин. Он слегка труднопроизносимый и очень умный. Поэтому, когда ты его выучишь, где-нибудь скажешь, ну, не знаю, где-нибудь там дома, просто все сразу поймут, что ты умный, хорошо? Готовы учиться, нет? Готовы запомнить, нет? Если готов, скажи, я готов. Скажите со мной, корпоративная личность. Казахтар атнише, кооперативное имя, просто корпоративное. Все давайте скажем еще раз, корпоративная личность. Что же это такое? Скажите со мной, что это такое? Здесь вот интересно, да, а вот здесь неинтересно. Скажите, что это такое? Не, так не пойдет. Я не буду проповедовать, пока вы не спросите меня, что это такое. Аллилуйя, я так рад, что вы спросили. Спасибо большое. И я поделюсь сегодня с вами, что это такое. Лучше всего это описывается понятием «один за всех». Видите, вы уже поняли. Давайте еще раз скажем. «Один за всех» и «все». Скажите, пожалуйста, это хороший принцип или нет? Кто-то что-то сделал, а отвечают все. Скажите, это хорошее или нет? А? Один что-то сделал, а все отвечают. Это хорошо или нет?
Хорошо, Жумалы говорит, хорошо. Наверное, что-то сделал. А отвечать будут все. Нехорошо. Жаман арине, дұрыс емес. Сказали те, кто не хочет отвечать. Жауап бермейтін адамдар айтты. За то, что сделал Жумалы, да? Хорошо. Я хочу, чтобы вы открыли исход. 20 главу, 5 стих. Мысырдан шығуды ашайық. И мы посмотрим с вами, хорошо это или плохо. Жақсы ма, жаман ба екен, көреміз. Исход 20, 5 стиха. Бесістен бастап оқимыз. Я Господь, Бог твой, ревнитель. Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Прочитали? Что здесь плохого и что здесь хорошего? Отец согрешил. Отец. И четыре поколения его детей несут ответственность за то, что сделал отец. Это хорошо? А? Плохо, конечно. Я тоже считаю, что плохо. Творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Отец сделал хорошо. И тысячи поколений из-за того, что сделал отец, получают милость и благословение. Это хорошо? Это хорошо. Если отец сделал хорошо. За то, что сделал предстоящий или впереди стоящий, ответственность несут последующие. И понятие корпоративной личности – это когда Бог обращается к группе, семье или целой нации как к одному человеку. Еще раз повторюсь. Понятие корпоративная личность – это когда Бог относится… Когда Бог относится к семье, нации, народу, как к одному человеку. Один что-то сделал, виноваты все. Следующее. Судьба одного представителя группы становится судьбой всей группы. Допустим, моя судьба становится вашей судьбой. Это хорошо? Зависит от того, кто я. Согласитесь? Хорошо, идем дальше. Итак, Бог говорит, я наказываю вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. Итак, члены семьи, члены нации, члены народа получаю то, что должен был получить один. Вместе с ним получают все. Я хочу, чтобы мы открыли с вами, посмотрели на ситуацию. Числа, 16 глава, 7 стих. Были... Числа, 16 глава, 7 стих. Были три человека. Одного звали Дафан. Другого звали Корей. И еще одного звали Аверон. Дафан, Корей и Аверон. Давайте скажем, Дафан, Корей и Аверон. Дафан, Корей и Аверон. Вот раньше имена были, а? Не Серик, не Берик, просто Дафан, Корей и Аверон. Дафан, Корей и Аверон. Эти парни взбунтовались против Моисея и Аарона. Просто восстали.
против Моисея, против этой власти. И Моисей сказал: хорошо, завтра возьмете свои кадильницы, положите огня в них, и если вы умрете, так как умирают все, то не Господь говорил через меня. А если Бог создаст что-то необычное, да, и вы умрете необычным образом, вот вера была у Моисея. Что тогда Господь со мною? Хорошо, вот что произошло. Моисей сказал: отойдите от всех этих людей. И седьмой стих говорит: и отошли они со всех сторон от жилища Корея, Дафана, Аверона. А Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими, сыновьями своими и с малыми детьми своими. 31 стих. Лишь только Моисей сказал эти слова, расселась под ними земля, и разверзла земля уста свои, с 31 стиха, и поглотила их, и домы их, и всех людей Кореевых, и все имущество, и сошли они со всем, что принадлежало им, живые, в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. Скажите со мной: один за всех, и все за одного. Согрешили только три человека. Дафан, Корей и Аверон. Кто понес ответственность? Все. Все, кто принадлежал их семьям, этому родству, земля открылась, и они сошли туда все. Еще раз скажите: один за всех, и все за одного. Я не пугаю вас, хорошо, просто там будет дальше, хорошо будет, хорошо? Но это принцип корпоративной личности. Это принцип, как Бог строит свои отношения с человечеством. Скажите еще раз со мной: один за всех, и все за одного. Хорошо, идем дальше. Давайте мы возьмем с вами Исаия, 37 глава, 33 стих. Исаия 37-33. Вот считай, вот здесь. И это приблизительно 150 лет спустя, после того, как жил царь Давид. И приблизительно где-то 800 лет до Рождества Христова. Итак, Исаия пророчествует. Там была ситуация, когда царь Ассирии осадил Иерусалим, и Иерусалим должен был погибнуть. И Господь говорит так, обращаясь к Исаии: вы готовы со мной? 33 стих. Поэтому так говорит Господь о царе Ассирийском: не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. По той же дороге, по которой пришел возвратиться, а в город этот не войдет, говорит Господь. А теперь внимание, 35 стих. Я буду охранять этот город, говорит Господь, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. Бог защищал Иерусалим. Не из-за того, что хороший царь был в Иерусалиме. И не из-за того, что лидеры этого народа были хороши. Единственная причина, по которой Бог защищал целый город, всех людей в этом городе, все семьи в этом городе, заключалась только в одном. Давид, который жил 150 лет назад. Он был хорошим. И Бог сказал: этот город я спасаю ради Давида. Почему были спасены все жители Иерусалима, защищены, избавлены?
остались живы. Тірі қалды. Из-за чего? Неліктен. Или из-за кого? Немесе, кім үшін? Из-за Давида. Давидтың арқасында. Один за всех. Біреу барлығы үшін. И все за одного. Скажите со мной. Один за всех. Біреу барлығы үшін. И все за одного. Барлығы біреу үшін. Это принцип корпоративной личности. Корпоративтік. Понятно, как действует Бог? Жеке. Вы со мной, нет? Құдай қалай істерге жасайды. Понятно. О, да. Серіктестік іс-әрекет. Идем дальше. Ары қарай барамыз. 1 Коринфянам 15 глава 22 стих. Бірінші қорытындық. 15-22. 1 Коринфянам 15 глава 22 стих. 15-22-22. Вы со мной? Амин. Один за всех. Как в Адаме все умирают. Так во Христе все оживут. Еще раз. В Адаме все что? В Адаме умирают. Во Христе все что? Я хочу, чтобы вы реагировали очень сильно здесь. Скажите еще раз. В Адаме все? Адаматамен, барлығы. Все? Барлығы. Скажите, все, кто в Адаме? Барлығы адаматамдағы. Все в Адаме умирают. Адаматамен, барлығы өледі. А во Христе? Иса Масықпен. А в Адаме? А во Христе? Иса Масықпен тірледі. А во Христе? Иса Масықпен тірледі. Я вас не слышу. Во Христе? А в Адаме? Это ясно? Түсінікті ма? Это понятно. Халлелуйя. Почему? Неге? Один за всех. Біреу барлығы үшін. Адам. Адам ата. Согрешил. Күнә жасады. Все. Енді барлығымыз. Согрешили. Күнә жасадық. Адам проклят. Адам қарғыс қатты. Все в Адаме. Адам атадан барлығы. Прокляты. Күнә қатты. Адаму присущи все проклятия. Барлық қарғыс. Болезнь. Адам атада болды. Бедность. Ауру. Нищета. Отчуждение от Бога. Құдайдан кетуі. Вечное осуждение. Барлық, это все үкім. Наследие Адама. Адам атаның барлығы. Кто согрешил? Кім күнә жасады? Адам согрешил. Адам күнә жасады. Кто несет ответственность? Кім жауап, жауапты? Все, кто кім? В Адаме. Адам атамен бірге болғанда. Нет никакой надежды для тех, кто в Адаме. Адам атада болғанда. Они не могут себя спасти. Өздерін өзі құтқара алмайды. Они не могут от этого избавиться. Оны істей алмайды олар. В Адаме люди не могут избавиться от болезней. В Адаме люди не могут избавиться от страха. Поэтому те, кто в Адаме, они говорят языком Адама. Все там будем. Где там? Они даже не знают, где. Они просто знают, что где-то там все будут. Это их язык. Но! Аллилуйя! Есть другая личность. Басқа. Скажите со мной. Адам. Адам. Это. Ол. Корпоративная личность. Серіктестік тұлға. Вы вообще сегодня будете очень умны. Халлелуйя. Придете домой и скажете, я знаю новое слово корпоративная личность. Серіктестік тұлға деген сөз білесің. И даже сможешь объяснить, что это такое. Сындыра алмайсыңдар. Почему я это говорю? Неге айтамын мен оны бірақ. Потому что я хочу показать. Мен сендерге көрсеткім келеді. Что то, что люди имеют в Адаме. Адамда барын білетіндер. Yes. Уледі. Не распространяется таралмайды. На тех, Исамен байланысты адамдарға таралмайды. Адамы тадағы сәрекеті. Почему? Потому что все, неге? Кто в Адаме, неизбежно умирают. Уледі. Неизбежно наследуют смерть, вечное осуждение, вечное отчуждение. Бог им ничего не должен. Нет завета, нет обещаний. Они безбожники. И мы все были там. Мы все были в Адаме. Адам атада болды. И если он первый согрешил, согрешили все. Если он проклят, прокляты все. Даже самые лучшие представители рода Адама. Даже самые честные представители рода Адама. Самые некоррумпированные представители рода Адама.
Такая тишина сразу. Еще одно новое слово, да? У них нет надежды. Вот это умчок. Они не могут избавиться. Но 2000 лет назад в этот мир пришла вторая корпоративная личность. А что такое корпоративная личность? Жастар, молодец, а вообще? Один за всех. И все за одного. Аллилуйя. И то, что принес этот второй, это вторая корпоративная личность. Писание называет его последний Адам. Писание называет его первородный. Он был первым рожденным от Бога. И первый рожден от Бога говорит о том, что были еще и другие рожденные от Бога. Кто эти другие? Мы. Тем, yes. Аллилуйя! А тем, кем? Которые приняли его, верующим оған, во имя его, есіміне, дал власть білік, быть чадами Божьими, которые не от крови и плоти, немес, не от хотения мужа, но от Бога родились. Аллилуйя. Были те, кто родились от Адама и наследовали все, что от Адама. Неизбежно. Никакой надежды. Ужас. Смерть. Все шло к смерти. И вдруг посреди всего этого, 2000 лет назад, Бог приходит в этот мир по виду став как человек, рождается в этот мир, и он является родоначальником всех, которые от Бога. Поверни своему соседу, скажи, я от Бога. Меня ждет только хорошее. Поверни своему соседу, скажи, меня ждет все хорошее. Почему? Потому что апостол Павел сказал, это в Адаме все умирают, а во Христе все оживут. Дорогой мой, если ты во Христе, все идет к жизни. И если мир говорит, все там будут, мы говорим, да, только конечная цель наша отличается от вашей. Мы идем к жизни во всех ее проявлениях. Не к смерти во всех ее проявлениях. Бедность, болезнь, проклятие, страх, мучение, эгоизм. Но к жизни во всех ее проявлениях. Праведность, радость, мир, исцеление, будущность, надежда. Вечное соединение с Богом. Воскресение наших тел. Вознесение вместе с Иисусом. И явление вместе с Ним. Во славе. Аллилуйя. Аллилуйя. Она только корпоративно лично здесь сидит. Басха ешь нарсет сумбитим. Корпоративная. Это не то, что не устраивают вот эти, которые на корпоративной вечеринке, да? Один за всех и все за одного. Еще раз, один за всех и все за одного. Судьба всех представителей группы Адама, все умирают. Еще раз, давайте мы заучим это. Все в Адаме что? Все во Христе что? Во Христе что? А в Адаме что? Адама тогда? Амин. Амин. Аллилуйя. Ты где? Кайдасын сен? В Иисусе. Скажи, я в Иисусе. Я не сам давай. Почему? Неге? Да потому что я принял его. Ну, он хабылдадым. Я уверовал в него. Я оған сендім. И сам Бог говорит мне, өзі, что если я его принял, неге, мен оны қабылдасам, если я в него уверовал, неге, ма, оған я сенсен, родился от него. Қайтып тілдім онымен бірге. Мое рождение не от Адама. Мен адам атадан я туылған когда-то жоқпын. Родился от мен него, бұрын, одан туылдым, әрине. Но теперь, приняв бірақ, Иисуса Христа, қабылдап, я родился от Бога. Мен құдайдан туылдым. И что же в этом хорошего?
Да все в этом хорошо. Почему? Потому что судьба Иисуса. Скажите со мной все. Судьба Иисуса. Во всех ее событиях. Это моя судьба. О, менің тағдырым. Скажи, это моя судьба. Менің тағдырым, давайте. Судьба Иисуса. Исамастың тағдыры. Моя судьба. Менің тағдырым. Во всех событиях. Барлық жағдайында. Скажи, аллилуйя. Аллилуйя. Многие верующие люди годами сражаются со своими грехами, годами спотыкаются на одних и тех же проблемах. Почему? Они так и не узнали, что они умерли. Вместе с Иисусом. Иисус умер для греха, и верующие умерли вместе с Ним. Для чего? Для чего так важно знать верующему человеку, что вместе с Иисусом он умер? Для чего? Для того, чтобы иметь победу над грехом.